Здравствуйте, дорогие друзья. Рад всех приветствовать. Очередной выход между дождями. Решили проверить одну теорию старой дороги. Там церковь у нас, сейчас покажу. Там, сейчас, там за деревьями церковь. И сюда, к реке, вот заросла она, к сожалению, вот такими палками. Поднял полушку. Анна, да? Вот, и смотрите, что сверху. Смотрите, какая красота. Ничего. Я даже не знаю. Да, и смотрите. И вот такая красота. Дорожный замочек. Маленький замочек. Так что сейчас здесь покрутимся. Выбрались с того участка. Короче, место интересное, но только для весны, потому что заросли там сильные. Залезли в ельничек здесь, вон, возле дороги походить. Советов поискать. Копейка, тут не видишь, какого года. Что-то попалось. Не видно, какого года. Что-то она такая ушатанная. Не знаю. Вот такая вот ушатанная. Ну да, 65. Ну, крест, конечно, зачет. Ради такого креста можно было съездить. День неожиданных находок. Вот такая штучка вывалилась. Не знаю, что это. Подскажите, кто знает. На шпильку похожая. Прикольно. Думал сначала копоушка. Но не она. Блин, жалко сломалось. Короче, вот те посадочки. Смотрите, какую штуку откопали. Жалко сломанная. Или мы сломали. Это она сломалась, когда копали. Сейчас. И оно серебряное. Да. Поштенечек серебряный маленький. Ну да на. Покажу, что нарисовано. Что-то нарисовано. Что-то не хватает. Походу, да. Сейчас еще посмотрим. Так и бродим здесь, вот на этом, в этом лесочке. Попадаются советы и всякая старая конина. Старинная. И очень много черных, уйма черных. Что здесь было, бог его знает. Дождь то начинается, то заканчивается. Но здесь елка более-менее. Трешка какого-то года, не могу прочитать. Что-то они здесь вообще все уставшие. Ну да ладно. Раз, и снова новый день. К сожалению, у нас дождь оттуда вчера прогнал. Сегодня с утра еще покатались. Ничего там больше интересного не нашли. Вернулись на пашню. С чего начинали, тем мы заканчиваем. Пока еще пробуем. Сигнальчик. Полкопеечки советский. Нечастая находочка. Вот такая. Пойдет. Друзья, дошли опять до чешуйного места. Я сигнал особо не снимаю. Очень холодно, очень сильный ветер. Еще вот чешуечка уже вторая. Все-таки мне что-то как-то вот склоняюсь к тому, что здесь какой-то старый дом все-таки стоял. Что-то в нем было. Потому что с местными разговаривал, и почему-то они тоже так считают. Ладно. Мало снимаю, холодно. И еще чешуечка. Ну все, не чуть-чуть. Замерзли насмерть. А? А? Отлично. Четвертый. Бродим, бродим, ходим, ходим. Смотрите, какая прелесть. Обалдеть. Вот уж что вылетит, так вылетит. Царевая. Царевая, царевая. Ах ты красава. Что-то тут не знаю, а тут 1863-1864. Медалька. Посмотрите, какая. 63-64 год. Будем отмачивать. Ну, зачет. Ну да, и орел на другой стороне. Офигеть. Thank you.
Сейчас был советик 30-го года. Ой, еще... она стертая. Империя, да, мертвая выскочила. Совсем мертвая. Линда. Да? Ну, понятно. Ладно. Да, совсем убили. Напоследок что-то нам дали, и то слава богу. Так, еще монетка вывалилась. Все, наверное, будем закругляться на этом. Находки снимать не буду. Потом прикреплю сейчас в конце... Обзорчик. Не-не-не, если медалька отойдет. А обзорчик, что обзорчик? Там ничего такого интересного не было. 5 чешуек у нас. Низкопрофильный, да, какой-то. А, вот перстенек согнутый у Люб только что. На, убери это. Сейчас уберу. Так, это сюда. Вот. Ладно, друзья, прощаемся. Ой. Рады, что смотрите. Всем пока!